Подпишись на канал BHBTF. Всем привет! И сегодня будем делать супер красивый оригинальный букет из конфет. И буквально за пару минут. Для этого вам понадобятся шпажки и конфеты. И потом еще красивая упаковочная бумага с лентой. Можно, конечно, и оборачивать такие конфетки и оформлять в виде цветов, но это уже более сложный мастер-класс. У меня тоже где-то есть подобное видео на моем канале. А это мастер-класс для начинающих. То есть этот букет вы можете сделать практически с ничего и очень быстро, и каждый с этим справится. Такой букет вы можете подарить на любой праздник, день рождения, 8 марта и любой другой повод. Упаковываем в букетик мы поочередно по кругу, по спирали, по часовой стрелке, и каждый слой, каждую зубочистку мы проворачиваем через скотч, то есть каждый слой мы прикрепляем скотчем. Смотрим, как идет спираль, ровненько, слой за слоем, по кругу. Вы не запутаетесь, все очень легко и просто, конфетки сами вам подскажут, куда им лечь. Ну и вот, собственно, уже смотрите, вырисовывается какой классный, красивый букет. Тут, конечно, вся красота зависит от конфет, которые вы выберете. Это могут быть не обязательно трюфельки, можно прикреплять скотчем к конфетке, которые завернуты с двух сторон, то есть там вы уже определитесь, как лучше крепить данную конфетку, которую вы выберете. Края шпажек можно подровнять секатором, отрезать ножницами или просто отломать. То есть в зависимости от того, какие подручные средства у вас имеются. Ну и последний штрих – упаковать в оберточную бумагу. Я подобрала в цвет моих конфет розово-фиолетовые тона. Все креплю на скотч. Подбираю ленту, чтобы она гармонировала с моим букетом, и завязываю бант. И вот наш букетик полностью готов. Ну что, вам понравился букет за 5 минут с легкостью из конфет? Вкусно, стильно, оригинально и просто здорово! Подпишись на канал BHBTF.